Сейчас самый разгар сезона сочных арбузов и ароматных дынь. Именно поэтому мы сейчас находимся на свином рынке, чтобы узнать, какие продукты реализованы на прилавках, какие цены и какой выбор представлен краснодарцам. Как вам урожай вообще в этом году? Шикарный урожай. Сейчас в Краснодарском крае погода, видите, какая теплая, хорошая. Поэтому арбузов очень много, сладких, сочных, медовых. Ни один год не было таких сладких арбузов, как в этом году. А откуда везете? Расскажите, пожалуйста. Славянск на Кубани. Да везде сейчас арбузы в море, везде. В каждой станице, в каждой деревне выращивают сейчас арбузы. Скажите, пожалуйста, а вы подняли цены по сравнению с прошлым годом вообще? Ну, сейчас они все поднялись, не только мы подняли цены. Это в стране все поднимается, цены растут, 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 поэтому даже транспорт поднимается, не то что там продукты, питание все поднимаются, поэтому... Поделитесь, пожалуйста, советом, как правильно выбирать арбуз или дыню, чтобы вот выбрать и быть уверенным, что она будет самой просто вкусной, самой сочной, самой сладкой и ароматной. Вот эта эфиопка, дынька, она такая, знаете, рыхлая, сладкая, вкусная, вот для бабушек, для дедушек. Вот. Ну, молодежь кто-то любит такую рыхлую, как для беззубых, как говорится, она очень такая мягенькая. А лада вот такая вот. Это сладкая медовая, но она, как сказать, она твердая такая, да, твердая, да, ее на кусочки резать, да, на пекашке можно там для украшать. Кто-то твердый, кто-то мягкую любит, кто-то рыхлую. Ну, дыни шикарно в этом году, и арбузы великолепные. Как арбузик выбирать? Как арбузики выбирать? А вот так, чтобы они звенели. Слышите, как они звенят? Да. Вот. Вот видите, какие они сладкие, супер арбуз. Великолепный арбуз, видите? Убирать по звону, да? Да, 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 по звону, по хвостику, чтобы он сам был не сильно сухой. Как вам дыня вообще в этом году? Не расскажите, знаю, пожалуйста. Я первый раз. Первый раз арбуз пробовали? Пробовали вкусно. И как вам? Мне нравится. Какой у вас вообще самый любимый сорт арбуза, если такой есть? Не Или знаю. Самое любимое место, где вы его покупаете? Я покупала в остановке, очень хорошее. А у вас есть какой-то лайфхак, как правильно выбирать арбуз? Чтобы он был прям 100% вкусный? Я прошу. Доверяете продавцам, да, все-таки? Да, 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 да. А как вам цены на арбузы, на дыни? Ага. Как вам цены на арбузы, на дыни в этом году? Нормально. Нормально? Ну, подорожало, да, немного? Да, 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 очень подорожало. Ну, вот что делать? Супер, арбузы вообще кушаешь, и хочется есть, и есть. Он очень сладкий. Сладкий. В этом году, говорю, сколько, как будто сахаром поливали. Угу. Такие не сладкие. Я говорю, ни один год не было такого сладкого арбуза, как в этом году. Очень вкусный, прям очень сладкий. Да. Сладости очень много.